Петрополисе в горном районе Рио-де-Жанейро. В воскресенье после полудня 20 марта пошел сильный дождь. И гражданская оборона уже включила вторую сирену, чтобы мобилизовать население в зонах риска. По данным агентства, менее чем за час было зафиксировано 118 мм дождя. Мощные потоки воды, словно бурные реки, сносят все на своем пути на улицах города. Coisa da feira. A gente tá na feira volta domingo, né? Quando ele corta, meu Deus do céu. Olha só, eu tô com o que ele. Mas ele é boa mulher.